Есть кокос. Вот этот человек мне ничего не наливал. Прошу занести в протокол. А если правильные грибы, меня унесет в страну темных эльфов. Пиво вы мне не угостите. Сейчас нет. Сейчас сделаем перерыв. Оце в бокале Обама. Бредок на суд бутылки. Гозе. Гозе, да. Все алкоголики, да. Но добрые. В очередь, сукины дети, в очередь. Пригубили. Пригубили. Дай бокал. Бокал. Девчульки какие красивые, а. Богиня. Пойдем стало пробовать. 36 месяцев. Прямо фонтан смородины. Ты меня убить хочешь, что ли? Заводы. Стрелок нигде нету, что пивной фестиваль. Вижу. Вон оно. Может пиво? Или может пиво? С вопросительным знаком. Куда на кассе? Все на кассе. Покупаете просто входной билет на данное мероприятие, он стоит 100 гривен. Второй раз вы покупаете билет и получаете еще плюс бокал в подарок. Ага. Такой, у нас уже эти бокалы. 150 гривен. Ага. Вот, ну, либо же за 170 гривен вы получаете очень удобную классную сумку, куда вы можете повесить. Которая не нужна нам. Хорошо. Давайте три билета с бокалами. С бокалами. Хорошо, 450 гривен. 450 гривен. Дай деньги. Все. Вот это должно помочь. С той стороны. Металлические предметы, телефон, ключи, ножи, кастеты. Да что ж такое, блин? Нормально? Да, пожалуйста, откройте колющие, режущие, заглончик. Колющие, режущие, так. Ножи, кастеты, пистолеты, что-нибудь взяли, забыли выложить. Как всегда, друзья подложили. Да. Боковые карманчики. Вот это я одену. Я представитель. Ну, мало ли, может, я конкурентов хочу здесь пошабашить. Да, кастетами и пистолетами. Ну что, прорвались сквозь охрану. Вперед, за пивом. Какой-то мясной цех, что ли? Бывший. Ох, нифига себе. Ага. Нет, тут жратва. Смотрите, два конца коридора с двух сторон. Ага. Все, хорошо. Отлично. Спасибо. Начинаем. Эль Краб, Милеву, Дудляр. Ага, привет. И Хирдо Крафт Брюери. Привет, смотри, девчонка какая красивая. Пойдем к девчонке. Что дадите попробовать? Что хотите. А что есть? Ага. Шишки Хистера. Эль на зеленых шишках. Шишки какого растения использованы? Еловые. Еловые? Понятно. Пахнет пивом. Конечно. И сосной. Хорошо, в такую жару. Пойдем дальше. Игорь, сколько лет, сколько зим? Где ты пропадал? Мы ездили на всякие фестивали. На какие? Вы на один поехали? На два. На два. Одинаковых. Одинаковых. Да, и ты туда не приехал. На первый и на второй. Не приехал. Здесь... Подходи к ребятам сейчас в нашей стойке. Здесь вы есть, да? Много чего вкусного есть, да. Ну так я, видишь, с двух рук сейчас начну. Привет. Вы здесь работаете или тоже отдыхаете? Мы работаем печенью. Да? Да. Ну, я тоже. Профессиональная такая работа.
Пивная Дума. А Пивная Дума уже была. Пивная Дума. Опять Пивная Дума. Что-то... Читерят, ребята. This is the bar. Ага. А вот теперь мы в гости пришли. This is the bar. На прошлый фестиваль они к нам приходили в гости, теперь мы пришли в гости. Привет. Привет, рад видеть. Да. Что у вас интересного? У нас самое интересное — это наши фрутхеды. И также это This is Lager, который мы варим из украинского сырья. Вы сами еще и варите? Да, один сорт, контрактная наша варка. Я думал, это пивбар просто как бы, ну, самый большой пивбар, а они еще и варят сами. Интересно, попробовать можно? Конечно. Ух ты. Свеженький. То есть мы варим пиво сейчас с украинского сырья. Украинский солод, украинский нет. А какой солод? Солод используем харьковский. А, мы тоже мальтюру. Да. Мы тоже. Используем хмельчатомский. У Артема покупаете? Полностью. Ну и хмель... На самом деле это очень тяжело варить пиво с украинской продукцией. Я знаю, поэтому я делаю на отварках. Да, очень легко, как на лугу сидишь, на, оператор. А то он на меня смотрит грустными глазами. И постоянно в глазах читается укор. Кстати, самый большой пивной бар в Украине. Если не в Европе. В Украине. В Европе есть, да, тоже? Есть. И побольше есть. Ну, в Украине тоже это нехило. Сколько у вас? 109 сортов. 109 сортов! 109! Кошмар! Черный цитрон с лаймом. Звучит как какое-то оружие, какое-то обойма какая-то. Ух ты! Так это же лимонад. Где все папы? А все папы тусуют. Тут тусят, да? А вон папочка идет. Да. Здорово. Добрый день. Где ты ходишь? Честно слово, я встретил товарища, и мы с ним очень долго говорили про савры. Про дуже савр. Да. Понятно. Савр, такая, да? Такая теоретическая беседа двух академиков, да? Не, не двух академиков, друзья. Дорогие друзья, да, вы любите пиво, да? Вот, как вы относитесь до савры? До кислого пива, с одной стороны, того, что савр обозначает кислый. Я думаю, что в какой-то другой мы передаче, да, это раскроем. А вообще рад видеть. Здесь Андрюха Май скоро прийти. Он тоже тебя будет очень рад видеть. Ну, отлично, да. Мы только зашли, так что еще подойдет. Да. Вот человек делает особо выдержанное пиво. По-моему, единственный человек, который делает пиво с выдержкой там 3 года, да? Сейчас 39 месяцев. Вот, 39 месяцев есть пиво такое. Ну, это... Я даже не представляю, что это за пиво. Даже не пиво, это вино, наверное. Это пиво. Да. Оно высушено. Причем есть 39 месяцев пива, выдержки, варено в одной бочке, варено в одном котле, разлито в бочку и в бутылку. Вот. В бочке, второй выдержано в бутылке. И можно сравнить, да? А в каком стиле вообще варишь? Стаут. Нет, стаут. Я варю разное пиво. Вот выдержанное. Говорим, это стаут. Это стауты, да? Ну, если распечатанное будет, да, мы еще придем. Да. Я надеюсь, попробуем шедевры. Богиня. О, Сережа, харьковчане, привет. Приветствую. Как ваше ничего? Да ничего. Как вы сюда приехали уже работать? Конечно, работаем в поте лица. Все я только понял. Начинается. Где стенд? Дальше там? Да, дальше. Через 4-5. Ага. Ну, мы зайдем сейчас. Заходите. Будем пробовать. Ага. Пошли. Пошли к девчонкам. Пошли. К девчонкам. Привет. Хотите, к нам обращайтесь. Обменяйте флайер на любой из подарков. Бирхаус. Бирхаус. Ага.
Что интересное наливаете? Мюнхенский лагерь и бланш. Бланш? И мюнхенский лагерь. Мюнхенский лагерь? Ага, лагерь, прям лагерь. Панкрафт тоже здесь. Привет. Тоже не выставляешься? Выставляемся. Выставляете? Да, с импортом. А, я понял. Evil Queen, Лервик привезли, эстонцев немножко привезли. Barley Wine в Розлеве стоит. Barley Wine. 13,5 алкоголя. Надо попробовать. Подходите. Отлично, ну дойдем. Брутальная черная ванна, где споласкиваются бокалы. Привет. Да, вот это правильно, да? Сразу бокал. Что наливаешь такой? Это одно из самых лучших пив вообще на этом фестивале. Это Вихеви. Вихеви? Кому нечего на рецептуру от Балкана. Ночью украли, короче. Сварили. Ириска, карамелька, конечно. Очень пиры, хлебушек. Свежестью и карамелькой. Да. Прекрасный баланс, причем не такой алкогольный, например, урал-брау. Причем... А сколько алкоголя? 7,5. 7,5? 7,5? Вообще не чувствую. Я вообще не чувствую. Вот вы головой бываете, точки не загибаете, кстати. Легкая, нежная, мягкая, интересная. Как Харьков на вкус? Попробуем Харьков на вкус. Пробуем. Да я налью как бы... Так, что интересное советуете попробовать? Феникс. Ты никак не дойдешь до того, чтобы попробовать сделать свой кислячок. Попробуй пока наш. Да, кислячок пока не делаю, да. Саур. Где ты? Ты где? Я здесь. Пробуем Феникс. Саур от Red Cat. Отлично. Цвет такой красивый. Такой приятный запах. Даже не могу описать. О, классно. Сереж, классно. Спасибо, старались. Приятно слышать. Да. Очень-очень легенький, очень-очень приятный питки. Спасибо, хорошо. Ну, зайдем к варвару в гости. Привет, варвары. Здравствуйте. Что спробуете? Да вот я вот думаю, что посоветуешь интересное. Лично попробовать. Я да. Люблю W1. Кого? W1. Це сезон, Double. Який зображувався претами і давали ще туди мед. А, і з медом? Да. Ну давай я попробуємо. Дегустатору меда, да? Ага, почнемо з меда, ну да. Да. Чуть-чуть. Цвет интересный такой, да, медовый. Ух ты! Пахнет интересно, да. Вот сразу чувствуется британомицеты. Такой немножко селянский запах, как мы тогда пробовали сидры испанские. Вот чуть-чуть такой фермой отдает. Но я не скажу, что это неприятный запах. Такой интересный. Тройная закладка черной смородины? Тройная. Ух, ну прям смородиной. Смородиной прям. Прям взрыв смородины. Такой кисляк, саур смородиновый. Ну... Очень смородина, прямо фонтан смородины. Распечатал стаут с дуба. О, стаут распечатали. Сейчас пойдем стаут пробовать. 36 месяцев. Да ну хуй.
Ух-ух! 39 месяцев в дубе. И 30 месяцев выдержки, 11 месяцев в дубе. 30 месяцев выдержки, 39 месяцев и 11 месяцев в дубовой бочке. Фу, я аж боюсь нюхать даже. Ух ты, блин, вообще вино. Это вино. Ну вообще винный запах. Тут... 11% алкоголя, и алкоголь там найти невозможно, нельзя. Не, алкоголем не пахнет, пахнет, вообще, пахнет вином. Не, ну это не пиво. Это, блин. Супер. Я навряд ли такое еще попробую, но у меня нет слов, серьезно. Мощный винный запах, такой шерри какой-то, дубом немножко отдает, вот дубовой бочкой. Как херес. Чем-то... Правильно, дышит, да. Он дышит. Абсолютно верно, херес, потому что бочка, да. Она дышит, она выпускает кислород. Она, да, не может дать кислинку, не может не дать кислинку. Ну да. Щепа не дает кислинку, бочка дает кислинку. Она не может не дать кислинку. Вот, вот легкая кислинка хересом. Длинная, верно. Хересом хорошо, да. Сухой. Да. Ну, вещь, вещь. На, попробуй. Ты такое пробовал? Если я печатаю то же самое, не с дуба, позову. Ну, было бы интересно. Блин, вообще, да, вещь. Ну, уважуха, мастерству, терпению, блин. Терпение – это тут море, а труда сколько? Я не представляю, тут люди не могут там месяц там вытерпеть, чтобы попробовать там свое пиво созрело нормально. Ну, там 3 года, 3,5 года, ну это… Потому что будет стоять, я еще бутылок здесь есть, оно не летит, а то, чтобы… А, не, ну понятно, не, ну оно ж лучше и лучше становится. Ему же развиваться некуда дальше. Ну все. Вещь. Респект и уважуха. Я знаю, вы короли милкшейков. Да, можем вот грейпфрутовый милкшейк. Грейпфрутовый милкшейк. Да, также интересно сделали по классическому немецкому рецепту Бадди Гус. Кисло-соленый. Да, интересно. Русская соль и коряка. Гозе. Очень, да. Гозе. Ну давайте, гозе. Чуть-чуть вот, вот так, вот так. Вот соленоватость чувствуется, да. Потом она вообще пропадает. Вот не должна. Да, да, ее чуть-чуть, совсем чуть-чуть на кончике языка. Да, интересно. Интересно. Такой свежестью пахнет. Класс. Зачетно. Зачет. Бокал. Дай. Бокал. Бокал. Блин, охотился, думал, персиковый милкшейк, там все хвалили просто. Бомба, да, бомба. Парадис назвали, там Виктор говорил, что там это четвертый эдишн такой, доработанный. Ой, классно. Не, вообще зачет. Свежайшим грейпфрутом пахнет. Да, 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 на языке такое, а не менее чуть-чуть. Ну, респект. Надеюсь, с Виктором встретимся. Он придет же, нет? Ну, еще покружим, поболтаем. Спасибо. Так, Rocket Brewery. Ага, Серега. А Сереги опять нету. Девчонок вместо себя поставил. Вот Серега, Серега. Постоянно, блин, куда-то раз и уйдет.
где вы вообще? Здрасте. Здрасте. Здрасте, мы у вас были у Тимура на выставке. Да, да, я помню, да. Да, нас не позвали, мы не пришли. А вы, вас нет, значит? Нет, она. Мы... А я же про Кориан, мы там по бергамоту. Да. Нет, мы сегодня чисто работаем, нет. Тоже. Мы сегодня у нас другой стиль работы. То тогда торговали, сейчас снимаем обзор, да. Так, Серегу пробовать не будем. Тем более он нам заслал вот такой чемоданчик. И мы Солярис с Авророй того пригубили. Девчонки, привет. Серега опять оставил вас вместо себя, да? Бросил. Как обычно, да. Под танк девчонок, а сам пошел. Здрасте, Панкрав. Попробовать, понюхать, чем испанцы удивлять будут. Хватит. Удивлять будут выдержкой и типичными для барлевайна дрожжами, которые кислотность переводят в боль. Сколько выдержка? Полтора года. Полтора года? Ха-ха-ха! Мы тут пробовали, блин, 3,5 года. Ай, классно пахнет. Да, барликом таким пахнет и такой молочной кислотой немножечко отдает. Да, да, да. А, то есть тут лактобактерий нету, именно дрожжи дают такое? Да. А что за дрожжи? Я не помню, там спешл какое-то там тяжелое название есть. Ну, интересно такой. Карамельно-сухофруктово-кислотный такой запах. Классный. Зачетно. На, попробую. Пингвин, это пингвины, мы их знаем. К пингвинам надо вот так вот подходить. Да, да. Да, здрасте. А, ну да, давайте набухаемся, короче. Ну, свежей малиной не пахнет. Оно и не должно пахнуть свежей, да. Оно ж брожение задавалось. Такие винные нотки есть. Хорошо, правда? А вот тут малины полно. Да, да, нам кафе ушло, да. Вообще такой. То есть нюхаешь, малины нету вообще. Пьешь и как будто просто ложку малины свежей. А, и здесь вот этот малиновый вкус, он фактически радует 8 градусов. То есть она не чувствует, что она... Да нету, тут 8 вообще не чувствует. Очень легкая. Леша, хорошо, правильно, 8 градусов. Не дам. Одесские кабаны, хоппи-хог. А что ты пустой? Ну как пустой? Подошел. А, там ну там есть. Да. Что пробовать-то? Да розмаринчик я пробовал. Что я не пробовал? Джинджер я не пробовал. Не пробовал. Не пробовал. Это наша хитовая. Да, джинджер. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А, да, кроме сильненькие. Ага. Джинджер Эль. Да. Ой. Во всех барах даже не правда проливается сумасшедший. Имбирный, да? Много имбиря туда? Сильно крафтовые наши любители обвиняют нас, что у нас мало имбиря. Мало? Не, ну надо, чтобы пить можно было. Да. Это именно вот пинка на каждый день. Да, легенький совсем. Не, пахнет имбирем. Не, ну, и после вкуса имбирное. На Новый год мы делаем рождественское стрельное имбирь. А. Вот так. Ну, это что? Это тот же розмарин, он лимон наконец-то. Почему-то наконец-то из него лимон пошел. Новый, да? Да, это новая варка получается. И он вот при том же абсолютно. Ой, ну пах.
пахнет, конечно. То есть у него лимон пошел вперед почему-то. А. Понятно почему, то есть баварки абсолютно идентичные. Классно. Запах обалденный. Попробуй. Очередь. В очередь, сукины дети, в очередь. Теперь мы к вам в гости. Наконец-то. Ну давайте, удивляйте, что есть. Мы, наверное, по всем стилям пробежимся. По чуть-чуть. Мы правила знаем. Да. Сие Кэнди Пейлы. Что? Кэнди Пейлы. Сладенький. Янтарная, карамельная, но с таким отхмелением. На горечь хмеля мало, 23. Ага. Сухого хмеления 5 грамм на литр. Yellow что sap. За хмель? Чистый Yellow Sap, это купаж. Там такие персики, априкос. Задача была пахнет сделать хорошо. Мягкое карамельное пиво, да, приятно пахнущее. Очень приятно. У него прикол, возможно, 0,5, довольно мило. Не, интересно, пахнет как, как охмеленка, а горечи нету. Да, вот это мне нравится. Да, прикольно. Продолжаем наш дегустационный марафон. Сие что? Бланш до мело. Ага. Традиционный бланш. Да. Но с таким отмелением. С таким отмелением 5 грамм на литр хмелем мело. Так, проверь, там запасная печень не выпала, не? Не. Еще не выпала. Я думаю, второй комплект почек уже надо доставать потихоньку, чтобы заряжать. Так. Ага. Вот это мне нравится, только подходишь, а уже ловят бокал. Это овсяно-молочный стаут на азоте. Да. Я тоже сделал овсяно-молочный стаут. На азоте? Нет, не на азоте, но тоже молочно-овсяное. Ну вот как раз и сравним. Да, сравним, но у меня еще зреет. Но еще жженка чувствуется. Я его снял с ДКТ где-то дня 4 назад. Он у меня еще достает в бочках, еще более круглый. Сколько ему? В данный момент после снятия с ДКТ 4 дня. Нет, а вообще... С ДКТ? Да. Где-то 25 дней. А жженка какой? Шоколадный, да? Шоколадка, пшеница. Да, я вот тоже. Блин. Ну, я с овсянкой немножко намудрил. Ну, у меня сейчас стоит на выдержке бизон. Пшенично-овсяный, ржаной, молочный стаут. Шоколадный. Я думаю, интересно. Если его собрать, то будет мощь. Ну, я ржи нормально насыпал. Зачем? А для интереса. А кто так делает? Не я. Ну, вот, а я сделал. Попробуем. Да. Потом сравним. Ой, мягенький какой. Мягенький, я же люблю, когда мягкий. Мягенький вообще. И азотик добавляет еще этот момент. А, да, ну, я конечно, не знаю. Такая, да. Первый раз в жизни пробуем вымороженное пиво. Ой. Ага, он получается как концентрат. Пахнет, конечно. Я не знаю, пить я это смогу, не смогу, но пахнет, конечно. Блин, бомба. Куда? Я глаз поддерживаю. Привет. Да, наконец-то встретились. Два дегустатора. Народный дегустатор и дегустатор меда. У-ху! Дабл дегустатор. Андрей Юрага, основатель и креативный, скажем так, хозяин проекта «Народный дегустатор». Ссылочку я там дам.
да, посмотрите, издевается над людьми, приводит к себе, закрывает глаза, поет непонятно чем. Люди в шоке. Я в шоке просто. Он в шоке, все в шоке. Непонятно, что пьют. Вот. Такой творческая личность, как и мы все. Да, все алкоголики. Все алкоголики, да. Но добрые. Добрая алкоголическая личность. Да, да, да. Как-нибудь замутим какой-нибудь совместный проект, съемку какую-нибудь сделаем. Тоже, я думаю, напоишь меня чем-нибудь, да? Ну, задача просто не напоить, задача сделать так, что просто, когда мы видим... Оценить. Да, я просто народный дегустатор, поэтому я борюсь за что? Я борюсь за то, чтобы человек, который покупает пиво, я просто 10 лет проработал в маркетинге, и понимаю, что человек, если он видит, чья это этикетка, что это за пиво, то человек, сразу у него мнение об этом пиве возрастает. А когда он не видит только рецепторы, ну, у нас очень много не попадает в эфир, то, что когда люди пробуют свое пиво и говорят, боже, какое дерьмище, а потом открывают глаза, как, ну, я просто человек лояльный, поэтому... Не, ну, правильно, да. Поэтому как-то так. Задача просто уйти от маркетинга. Есть человек, есть пиво. Нет политики, нет никакой другой херни. Человек, пиво, его мнение. Не, ну вот это вот правильно, что ты развенчиваешь псевдокраб. Потому что цена такая привлекательная, что народ, которого мы как бы привлекаем на сторону крафта, он первый раз думает, ну, возьму за эту цену, пробует, говорит, какое дерьмо ваш крафт, и все, да. И туда больше не возвращается. У меня две первых серии вообще первого сезона, когда я только начал проект, я вообще не понимал, о чем будет эта тема. То есть я понимал, что будет рассказать о пиве. Но потом я понял, что пиво без истории – это херня. Ну да. И я понял, что люди покупают пиво с историей. То есть, как вот сейчас, если бредок возьмут на суд бутылки, скажут, что это все будут пить и говорить, боже, это круто. И поэтому... Гозе. Гозе, да. Поэтому я это решил что-то развенчать в плане того, что, чувак, ты пьешь пиво, расскажи про пиво, не рассказывай про бренд. Там Микелер, там кто-то еще, там нет чего, там звонят, пишут чуваки, боже, ты там не так рассказал про PS300, да срать на него. Не, я обычный потребитель, я пришел... Слепая дегустация вообще зачет. Я пришел, зачет. Купил пиво, попробовал, рассказал. Я разбираюсь в пиве, это не значит, что я там орушу, я там какой-то пивной эксперт, там какой-то пивной... Нет, я обычный народный дегустатор. И фишка в том, чтобы людям дать понять, что есть крафт, когда пивовар старается, парит мозги, психует, в пятницу вечера приезжает на фестиваль, чтобы монтировать здесь установки, промывает, пробует пиво. Мы знаем орёт, это. Орёт, там, ссытся в панике, когда ему с папой звонят и говорят, чувак, у тебя пиво скисло, ты в шоке. И есть те, которые просто, сука, наварили 24 тонны, парили по 3 копейки, говорят, мы крафт. Да. Крафтовое пиво для меня, лично для меня, если кто спросит, крафтовое пиво – это нервы, это не эксперименты, это нервы, это куча, сука, непонимания, это друзей, как друзья, которые от тебя отворачиваются. Это сутки на пивоварне, когда у тебя там маленький какой-то блочок полетел. Это скисшее пиво, это потеря денег. Вот для меня что крафтовое пиво. Поэтому я всегда стою на стороне пивоваров. Я всегда поддерживаю пивоваров и всегда, не то что против, но всегда так но-но-но говорю блогерам, которые говорят, чувак, твое пиво говно. Твое еще не пробовал, поэтому... Ну попробуешь, что ж. Куда мы денемся? Да. Что есть почитать? Брошюрка. Да, брошюрка, понятно. Посмотреть есть пиво. Немецкий лагерь, он с нотками чернослива, с средней горчинкой. Довольно крепкий. И бок. Бок. Вот. Давайте майбок попробуем. Давайте. Чуть-чуть. На донышко. Да-да-да-да-да-да. Ты видел, какая? Ушу, пивное ушу такое. Раз. Неплохо. Да. Не-не-не, спасибо. Спасибо. Есть кокос. Это светлое пиво с добавлением кокосовой стружки и лактозы. Есть кокос. Интересный запах. Интересный запах. Это кокос.
Ну, если вы чуть-чуть поддержите, нагреете, кокос, аромат и вкус еще сильнее раскроется. Ну вот мне напоминает даже не стружку кокосовую, а вот, вот это вот кокосовое молоко чем-то. Именно стружка добавляется. Мягенькая. А стружку как-то обезжириваете? Нет. Нет? Пожалуйста. Интересный запах. И вкус такой мягенький. Ага. Да мы пробовали. Мы знаем, конечно, да. Да, Черниговская мы знаем. А вот Гонза мы не пробовали. Что дадите попробовать интересного? Вас еще не пробовал. Малину можем дать пробовать. Можем дать лавандер Минслай попробовать. Лавандер? Да, лавандер Минслай. Давайте чуть-чуть. Ага. Ага. Из Харькова приехали люди. Да. Понаехали. Понаехали туда. Что, на твое мнение, здесь самое? Я еще не все попробовал. Еще не все попробовал? Ну, на то, что ты попробовал. Не знаю, мне он пеш нравится. Пеш, да. Манго с грейпфрутом. Да, бомба, бомба. Я попробовал. Это натуральное, ну, хорошие закладки. Да. Вот, а так... Парадиза, кстати, нету у них. Блин, так хочется попробовать. О, а это что такое? Это йод. Это пеш, если там попробовать. Малиновый йод. Фишка, может, лучшая вообще в этом отрасли. Сейчас. У тебя же в баре есть это. Я знаю, я тебе просто, ты говоришь, устал, я тебе даю. Устал. Чем хорош бёс, это после того, чтобы освежиться. Да-да-да, рецепторы промыть. Сережа Назаренко, видел, что он вчера вот хорошо гулял, вот я думаю, ему как раз сейчас бёсика надо. Ну да. Прийти в себя. А бокалы вы купили? А еще сейчас Илью Варвар подставил имперца, которого долго очень выдерживал, причем выдерживал потом в конце с азотом. Я рекомендую сходить на Варвар, они, по-моему, подключили. А я был у Варвара, а что они мне не дали имперца? Я пробовал имперца? Надо спросить. Не пробовал. А ну-ка, жить правду. Еще обожает. А что Е? А какая Е? Я Марика Дмитрия. Все лично было. Я Обама ждал. Я Чингук. Обама, хоп. Чингук? Да попробовать. Полный? Не. Трошки, трошки, трошки. Не. Це в бокалі Обама. Отак от негри пахнуть, да? Легенький, шоколадний. Чуть-чуть жженый. Ну, черный, естественно. Обама. А, хорош. Хорош Обама. Кант. О, Кант. Чуть-чуть. Старинка есть. Какая? Брутальная епа. Брутальная епа. Ну... А, пахнет хорошо. Сразу без слова было. Не, хорошо. Хорошо. Даже не чувствуется. IBU 10? 10? 10 IBU. Классно. Не, пахнет как ипашка, блин, а не горькая. Нема, нема слов. Классно. Сергей, rest and beer. Да. Нормально. Интересно, я пробовал? Да, я пробовал твоего земляка. Правда, Виктора Ващука? Да. Я его прорекламировал. Да, 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 да. Нет, ну действительно, классно, да. Не попробовал парадис, не привез, кончился у него. Но грейпфрутовый попробовал. Класс.
просто бомба. Молодец, просто баланс и выслушан хорошо. Да, хочу с ним пообщаться, но его сейчас нету. Говорят, ребята, он там преподает, где-то рассказывает. Ну, возможно, да, его куда-то пригласили там на лектории, да. Ну да, да. Что за инсайдер здесь? Это троллинг, это легкий троллинг. Понятно. Конкуренция. А у вас такого бокала нет, а я тоже с эксклюзивом. Не, ну ты видишь, что... Не, ну... Мы обычные парни. Ну, нормально. Нормально, что? А вы же стоите где-то, не? Не. Не, вы решили даже. Не. Мы же на прошлом твоем фестивале... Мы все продали. Да, мы загружены были так, мы даже не поснимали там толком. То есть немножко людей поснимали, впечатления. Даже не было времени пройтись. Ну, это же хорошо. Это хорошо, да, но люди требуют, покажите, блин, фестиваль. Дайте контент. Да, а мы не можем его дать. Ну, ладно, выберемся, пройдемся, отдельно. Покажем. Чисто, ну, тоже своего рода работа. Конечно. Да, кто на что учился, тот... так, вот у нас это свой вид такой работы. Показывать, что происходит. Что происходит, да. Ну, у нас... опять-таки, надо же за что доплатить оператору, да? Да, оператора содержать, это да. Недорогие копейки. А сколько он ест? А сколько пьет, я вот пробую, сразу рука тянется, дай мне, ну что же такое. Ну а как? Тоже же человек. Да. Ну давайте, хорошей вам работы. Да. Привет, гараж. Говорят, у вас там кислички вкусные. Есть, очень. Да, можно попробовать. Маракуйя, малина и ананас. Да, это лейбл. Маракуйя, малина. Вы тоже там купались? Да, купаются. Ой, хорошо пахнет. Ну, шикарно. Короче, 7%, которые вообще не пользуются. Да, вообще-то так, немножечко, уже дикция страдает. Да, алкоголя вообще не чувствуется. Да. Песня. Песня. Попробую, класс. Это самое, только пить начал и сразу уже набухался. Все, блин, меня убили там одним пивом. Легенькое. На варваре? Не. На море. На море, а да. Мозаик такой он. Легенький, понимаешь? Да, мова нас тоже по всем сортам провела, и я уже дальше думаю, блин, ну надо как-то кислячком. Хорошо просаживает. Изжога. А-а-а. Да, последнее время. Пираты кругом. Андервуд. Хобби лагер нас пробовала. Хобби лайнер? Да. Что это такое? Охмелённый лагер. Лагерь. ИПА. ИПА-лагер. ИПА-лагер. Ну давайте попробуем. ИПА-лагер. Обычно ИПА Эли, а тут лагерь, ИПЛ, да. Попробуем, ИПЛ. ИПА лучше произносится, тем более у меня сейчас дикция немножко не то, и ИПЛ плохо выговаривается. Ай, пахнет хорошо. Не пожалели хмеля, да? То есть бухали туда, сколько закупали, столько и бухали, да? И ногами утрамбовывали. Да, пахнет, конечно. Конечно, пахнет. Пахнет вообще бомба. Привет. Ну, наконец-то встретились. Вот. Выпускники школы пивовара. И не выставляешься, да? Не, сегодня нет. Не, ну пахнет хорошо. Ну, ИПЛ. ИПЛ. Что, ну даже не горько. Не горько, да? Я этот самый не люблю. Горечь у меня. Сладкая пошла. Ну да. То есть я там пробовал у ребят Канта вот этот не ИПА 100.
язык вот так вот отрубочкой. Ага. А здесь прямо нормально и пахнет хорошо. Такой мягкий лагерок, отличный. Отлично. Сейчас оператор скажет свою оценку. Оценка. Да. Голос из-за кадра. Да. Он у нас по горечи специалист. Вкусненько, да? Вкусненько. Слаймом вроде. Да что ж у меня с дикцией-то? Покушать? Сейчас сделаем перерыв. Сейчас сделаем перерыв. Нежненько как пахнет. Хорошо пахнет так. Морской бриз и как будто немножко там лайма вот так вот, да, на берег. Бриз, я надеюсь, в хорошем смысле. Хорошим. Не, свежестью. Свежестью и как будто там кто-то, Нептун вылез и лайма так немножко в бриз. Не, хорошо, мягенько так вообще. Татьяна, старые знакомые с Фанатика, вот, поймали друг друга, перекрестный такой интервью. Теперь я вас поспрашиваю, как у вас дела? У нас все замечательно, мы потихоньку развиваемся, вводим новые сорта, интересно. Да, я как бы смотрю, появляетесь на рынке. Сезонное пиво тоже у нас скоро будет выходить, интересное. В этом направлении развиваемся. Я развиваю на самом деле журнал «Фанатика», ага, который рассказывает о пивоварах, не только о том, чем занимается «Фанатик» Brewing Center, но чем занимаются все фанатики пивоварей. Ну да, вы же так планку себе поставили, то есть мы как бы не только свой завод продвигать, а ну, вообще, да, крафтовый, да. Патронат такой. Нам интересно, чем занимаются наши коллеги. У нас нет соперников, нет конкурентов. У нас есть коллеги в пивоварении. Поэтому нам интересно, в принципе, да, то, как каждый из нас развивается. Понятно. Спасибо огромное вам. Спасибо вам. Говорят, пшеничка у вас такая добрая. Пройдешь и будет налево такой написано вверху. Пшеничка. А как настоящая? Бутылочки пыл бельгийский, он сюда стоят. Хорошая пшеничка. Я пшенички толк знаю. Мы сами готовим пшеничку. Хорошая. О, голос узнал. Да, отлично. Ваше лицо узнал. Да, мое лицо. Да. Это мое лицо, да? Отличный набор сидров. Просто бомба. Да. Стараемся. Вы видео не смотрели? По сидрам? Смотрел. А, нет, именно по сидрам нет. По сидрам. Ну, блин, ваши ж сидры. Вот такая вещь. Так что будем спасибо. Спасибо огромное, да. Шоколадно-мятный стал. Шоколадно-мятный? Да. Такого еще не пробовал. Ай, мяткой пахнет. Классно. Мяткой пахнет. Прям свежесть такая. Имбирчик чувствуется уже в запахе. Ближе к тебе уже подходит. А, нормально имбиря там. Как на фестивале? Красава. Лучше всех. Да. Мне очень понравилось. А вы первый раз? На этом да. А вообще? Мы на ВДНХ были?
А где вы? Я пойду попью, а ты? Здесь мы просто отдыхаем. А на ВДНХ работали. Пиво вы меня не угостите. Сейчас нет. Могу, конечно, обратиться к товарищам. Вот и все. Не угостил, не угодил. Здравствуйте, пивариум. Что интересное есть, что можно попробовать вот прям? Не полюбите? Нет. Шоколадный портер. Непонятно. Непонятно. Надо проверить, люблю ли я его или не люблю. А, хорошо пахнет. Надо брать. Хорошо пахнет. Легенький такой, кисленький. Привет, коллега. Тоже пивовар, да? А я остановлюсь для харьковской зернова пивовар. Да, это мы. Да? Да. И это ваши пива. Мы здесь чисто, да, просто в гостях. Я сегодня боялась, интервью беру. Ага, да. Вот так вот, а девушки все в свои руки, раз, и все. Ну, я комфортно. Отличный. Отличный. Отличный, да. Да, что еще интересное есть, что можно? У нас ще вітмон є, ну це просто з коріандром. Була версія з лимонграсом, але на фестиваль тільки з коріандром. Ні, ну... Може, після портера, я не знаю, можете попробувати? Є така нотка кислинка. Пшеничку я сам варю очень часто, поэтому как бы... Торм, ИПА, Дань, Моли, это просто... Не, ИПА, Маскрел. ИПА, ИПА... Нет, не, 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 да. А я не... Ну, я больше пшеничку варю. Пшеничную, да. Я пшеничную люблю и если бы варю. Да, ну, портер очень зачетный. Очень хорошо пахнет и вкус замечательный, такой с кислиночкой просто. Да. Спасибо. И вам. Мы вас шукали. А, я пришел. Да-да. Давайте, что пробовать будем? Интересно. А? Вишню? Пьяную вишню. Интересно. Давайте. Не-не, хватит. Сейчас? А? Не участвую. Сегодня... Плюс? Отдыхаем. Ой, хорошо. Зачет. Ай, хорошо пахнет. Плотно. Так и горечь не чувствуется практически, да. А это эльфы? Лесные, да? Я смотрю. Да. Лесные феи. Ага, смотри, да. Красивые девочки. О, понятно. Серьезно, серьезно. Что интересное у вас есть? У нас есть малиновый брют. Малиновый брют? Да. У нас есть шоколад. Давайте малиновый брют попробуем. Капелюшку как хвай. Розовенький. Ой, как нежно пахнет. Натуральная малина. Мы пробовали малиновый, я не помню, стаут. Не стаут. Да, да. Портер. Да. Так интересно, малина не пахнет, когда глотаешь, как будто полный рот малины. Только я варила. Да? О, как, блин. Скрываются подробности. Малина я работаю. А тут малиной пахнет сразу. А тут малина. Ну, здесь солода не забили. И малина кислая нам попалась, поэтому блюд. Кислячок. Ага. Это из-за малины? Из-за малины. Ага. Ее было очень много, а она оказалась кислой. Я понял. Это чего? Это шоколадный стаут. Здесь очень много какао. Какао? Именно какао? Именно заварилось какао, как в детстве, и добавилось на напрасно.
Привет, хамелеоны. Здравствуйте. Какого цвета у вас пиво? Разноцветное. Разноцветное? Вот настроение, как у хамелеона. А, понятно. Да я смотрю, вся доска такая у вас разноцветная. Нифига вы набрали. Чего хотите попробовать? Все в бутылках? Все попробовать сложно, Не-не-не, все попробовать я не смогу физически. Я говорю, у вас все в бутылках. Все в бутылках. А, как у нас в прошлый раз. Прикольно. А что такое есть такое? Эх! А что больше интересует? С грибами, лисичками или с чили? Копченые. С грибами, лисичками? Ну, пошли в лес, поймали лисиц, собрали лисиц. Живых? Да, чуть-чуть. Не, я понимаю, как бы пиво технически на грибах, но чтоб грибы. Хорошо, сегодня в Харьков еще. Будем пробовать? Да, давайте чуть-чуть попробуем. Ну, сейчас я не знаю, если правильные грибы, меня унесет в страну темных эльфов. Такой непривычный запах. Я даже определиться не могу. Такой. Да, сложно определиться, надо брать больше. Ну, с кислинкочкой. Такое. Ну, основа это блонд. Блонд? Не, классное пиво. Запах сам. Я не могу определиться. У меня в мозгах сейчас немножечко. Мозг пытается подобрать знакомые ощущения, запахи. Пока не нахожу. Что-то такое интересное. А дичко е? О, блин. Прикинь. Привет. Ладно, что ты пил? На ВДНХ я у тебя ничего не пил. Да ладно, я тебе что, ничего не пил? Нет. Как я мог? Это на ВДНХ я, он пил. Вот этот человек мне ничего не наливал. Прошу занести в протокол. Ему стыдно. Короче, есть Херб IPA на кардамоне, бадьяне, корице. Ебать, какую. И еще раз. Херб. Херб. А, я понял. Есть Double IPA, который на 115 IBU, который 8,2 алкоголя. Это не про нас. Он дичь вообще странная. Есть стаут темный, черный практически, с кучей жжёнки. Есть Black IPA, что это среднее между стаутами и... Да что ж такое, ты меня убить хочешь, что ли? Извини. Давайте там все-таки чуть попробуйте это хер. Ради интереса. А ты скажешь, да. А ты скажешь, насколько она охуенна. На 9 или 10. Не, пахнет хорошо. Пробовать боюсь, блин. Ну, ты закрой глаза. Да. Пахнет хорошо. Дай мне запасной язык, пожалуйста. Сейчас. Только пожал могу дать. На, попробуй. Вот это вот хрень первый, который ты хер. Тут 115, а тут 90. Но тут горечь не хмельная, а полынно-травяная. Ну вот совсем чуть-чуть. Ну хотя бы понюхать. Ты туда полыни насывал, да? Нет, там кардамон, бадьян и корица. Кардамон, бадьян и корица. Ну, хмелем тоже отдает, там хмеля тоже нормально. Да, просто тут переплетается специя, горечь и хмельная горечь. Не, ну это мягче. Но это после этого тебе сейчас легко. Да, да. Наварил хрени, конечно, прикольной, да, спасибо. Я варю просто для себя. Ну, я понял, ты кайфуешь, да? Да. Служба СД. Добрый день. Привет. Как дела? Работаем, продаем бутылки. Я вижу. Все в бутылках, да? Не хотите по кегам работать? Принципиально. Понятно. Пробовать что-то даете? Или ну его нафиг? Нет. Ну, что интересного? Чили стаут. Я уже пробовал.
Хардкор пробовали? Нет. Не. Что есть хардкор? Ду-ду-ду-ду-ду. 13. Слабый карты. Ты хочешь, наверное, чтобы я вот тут остановился и к другим не шел, да? Я не жалко. Что мы ищем? Молочный? У-ху-ху-ху-ху. Это же вино. Ячмен. Ты пивной фестиваль. Барыжат вином. А вот и Виктор Ващук появился, главный пивовар Pest Brewery. Витя, привет. Как ты? Ничего, нормально. Наконец я тебя дождался. Да, а то я пробовал, бомба. Я ж думал, блин. Привет. Доминика на маме Хуане. Мама Куана, это которая с... Доминиканские коренья, растения, кора... Короче, потенцией, которая связана. Блин, давай тут сколько? Ну ты же на форуме в Харькове будешь? Ну, наверное, вот да. Вот тогда и поговорим. Ну да. Окей, ладно. Давай. Саша, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывай, что за бирфрик. Он это мы. Да. Мой проект, про который мы общались еще на Киевском фестивале, ну, да. Он выходит в какую-то уже финальную стадию, то есть он обрастает уже сайтами, логотипами, официальными всеми делами и начнет через буквально, может, там, пару месяцев работать как полноценный интернет-магазин. А это будет локация, интернет-магазин? Да, и локация, где можно купить вот какое-то страшное, интересное, эксклюзивное, прикольное пиво. Чисто по страшному пиву, то есть вообще... Потому что, знаешь, как начинать нужно всегда с хардкора, чтобы подтянулись люди, которые... Да, это потрясающая штука, это 8-градусный IPA с добавлением лактозы и ванили. И, кстати, ты стоишь здесь, у тебя пустой бокал, а да. Я собственно, это нефильтрованный пар с добавлением мандарина и ананаса. Пивоварня Стоун, Калифорния, не Берлин. Это последняя банка, которая у нас осталась. Давай. И... Ну, круто. Спасибо. Спасибо. Саш, ну... Она вся твоя. Но я уверен, что он до сих пор потрясающий. Хотя ну, блин, страшно после такого рассказывать. Давай, давай. Не, классно пахнет. Нежно. Здесь все хорошо. То есть это вот именно тот случай, когда... А как они добиваются в банке столько, то есть хранится и пропадает, не пропадает я запах? Скажу честно, вот попробуй, скажи, как по ощущениям. А тут вот третий раз нюхаю, вообще другой запах открывается, новые. Первые запахи уходят, второй, третий появляется. Это знаешь, как ну, Стоун варят с 98 года, уже 20 лет, с 96-го. В этом случае мастерство не пропивается, потому что люди сидят в Калифорнии, доступ к прекрасным ингредиентам, к свежайшим хмелям. Скорее всего из-за хмеля. Манго прямо... Да, Tropical IPA, Tropical Inspired. Прямо салат из тропических фруктов. Ну спасибо. Наслаждайся. Я бирфрики всегда отдают свои долги. Большое спасибо. Это такая дань уважения, вообще очень милая пивоварня. Так что тоже да. Обратных творческих успехов. Спасибо. Если тебе. А тут момент рекламы. Если тебе нужен будет поиск вдохновения, то
сможешь заходить. Да. Не записываешь, сколько сортов вообще перепробовал? Заношу. Но. Там сейчас 3600, но в реальности, я думаю, уже за 4000. Что, есть рекордсмены по Украине? Не, я знаю, да, да, я знаю, но там я даже, как бы... Я даже не пытаюсь догнать это. Но это, ну, я пробую больше для себя, чтобы тоже расширять кругозор и понимать. Ну да. Там один сорт никогда не гарантирует того, что ты поймешь пиво правильно. Возможно, пивовар сам не до конца понимает, что он хочет сделать, либо что-то пошло не так. А вот там сортов 5, и ты уже понимаешь, что да, вот это... Не, надо пробовать... Я вот сейчас манговый сок... Нюхаю манговый сок, это не пиво. Я советую, подожди чуть-чуть, походи с ним, чтобы оно чуть раскрылось. Это будет еще... Еще больше там. Да, да. Оно просто стояло в холодильнике, банка прохладная, стоит. Железо нагревается, точнее, железо охлаждается. Вот. Нет, серьезно. Нюха и не ананас, вообще сильнейший ананас. У меня манго пока. Может, зайдем как-нибудь, будем... Да, да. С хорошей партией продадим. 600 литров Роггенбира, зайдем бутылочку хорошего американца выпьем. Да, Саш, спасибо огромное, да. Все, успехов. Лана, привет. Привет. Это мой учитель по школе пивовара, да. По-моему, единственный сертифицированный пивной судья, да, в Украине? Ну, на самом деле Андрей Кисель собирался сдавать, но я не знаю, чем закончилась эта история. Но ты точно уже сертифицирован. Я буду сдавать в мае вторую часть онлайн, большой экзамен, а потом это практическая часть, собственно, надо поехать куда-нибудь и выпить. А, понятно. Ну, работа такая. В принципе, да. То есть я буду сдавать в марте месяце этот экзамен, практическую часть. Круто, круто. А первую часть тоже там как-то сдают или? Онлайн, да, можно сдать. То есть теоретическую как-то базу, да? Да, да. Это 180 вопросов в час. 180 в час. Да. Шмар. Ну, это круто, респект. Все-таки движемся как-то. Первый, скажем так, человек уже на профессиональный уровень. Энтузиасты, они всегда двигали эту индустрию на самом деле. Да, да, я по себе знаю, что в основном энтузиазм движет пивоварами, там вот биргиками. Вот в твоем случае биргиками, это. В принципе, движет на самом деле энтузиазм, а вкусное пиво. Ну понятно, но это же тоже как-то своего рода энтузиазм. Безусловно. Классно. Как по фестивалю ощущения? На самом деле я немного удивлена, потому что людей намного меньше, чем в прошлом году. Меньше? Да. В прошлом году их было больше. Ничего себе. На сентябрьском фестивале. Но при этом как бы люди приходят, интересуются. Очень много знакомых лиц, именно вот та самая биргиковая часть этого движения. Ну, постоянно здесь, да, конечно. Но и при этом, в принципе, достаточно много людей, которые явно только начинают интересоваться пивом, спрашивать, просить советов каких-нибудь. То есть, в принципе, это замечательно, то, что подобные мероприятия проходят. Не, классно, конечно. Можно попробовать в небольшом количестве пива, на которое, возможно, в нормальной ситуации никто бы не решился, там, исходя из каких-то вкусовых или стеснительных, или финансовых ограничений. Ну да, да, да. Ну, общее развитие, скажем так, все равно происходит. И пивовары варят новое и привозят. Вот Саша Седов там угостил меня сейчас. Стон Виржин Фул какой-то там, я уже не запомнил название, но да, это, конечно, уровень, к чему есть, к чему стремиться. Так что бы... вкусовой опыт, это все равно опыт. Таким, ну да, да. Классно. Спасибо огромное.